Зума, окей, Слэм, передай привет клану SXPLAY. О май гадабл, Слэм, пожалуйста, привет женскому составу клана R2K. Да не вопрос, Леня. Сюги, давай. А как Майнд проиграли? Проиграли, потому что их бог наказал. Не знаю. Слэм, слушай, хедлайны будут делать? Я вообще без понятия, что такое хедлайн. Ну ладно. Наверное, будут, если ты об этом спрашиваешь, хотя я сомневаюсь. Что такое хедлайн вообще? Голова линия, что ли? Линия голова? Рельсы, шпалы, ехал, поезд запоздал, и вдруг откуда ни возьмись, ежик сел, научившись попой дышать на пенек, и задохнулся. С детства с рифмой я дружу, анекдоты я люблю. Ну, мы пока что ждем. Так. Угу. Так, читаю комментарии. Вот так. Сюги, давай. Все еще боление за сюгов. Ну, у сюгов нету пятого. Вот меня, конечно... Ну, действительно, я считаю, что вот такие... Вообще интересно, можно ли контролировать как-то крэши? Только скриншотами, да, Алеш? Что? Я спрашиваю у судьи. А, крэш можно как-то контролировать? Никак не контролировать. То есть, можно сделать скриншот, что ты крэш? Ну, пока он делает что-то. Ну, например, как... Ну да, он может с этого делать скриншот? Он может. Нам нужно ввести это в правилах, потому что бывает так, как сегодня Gettaganг сделали, да? Просто взяли, вышли с сервера. Gettaganг не вышли, у него комп накрылся. Да ничего там не накрылось. Они просто взяли, вышли и были на сервере и стали мошнить про то, что давайте им хоста, давайте переиграем. Там три раунда уже сыграно, как бы... Бедняги из кислоты просто терпели. Вот. Я просто как бы не говорю, ничего, никого не обвиняю сейчас, просто как бы пытаюсь понять вообще, можно ли здесь как-то обмануть систему, например, взять, выйти, просто отдохнуть, а потом хоп, с новыми силами играть. Ну, это, конечно, будет нечестно. Ну, мы ждем пока что пятого игрока у Сигов. Наверное, он сейчас вернется. Go the clan. Читаю дальше комментарии ваши, которые вы пишете. Он заходит. С вами передай привет Чивасу и клану The End. Господи, сколько вас с приветами клана The End сегодня, а? Это, наверное, уже пятый привет клану The End. Какой-то клан, не знаю, всех любит. Приветик, Слэм, передай привет Лили Бандитке, она самая лучшая. Да она знает, что она самая лучшая, что ты. Господи. Все влюбились в бандитку просто. Ну что, ждем Такахира, все, он готов, готовый эмоушен, друзья, поехали. Как девушка появляется? Не, я вообще за то, чтобы девушки и парни играли... Если они играют в одну дисциплину, чтобы они играли на турнирах совместно все. Считаю, что женский турнир это глупость. Играть должны здесь все. Это компьютерная игра. У тебя все то же самое, как у других людей. Если ты, конечно, только не безрукий. И в голове у тебя педаль со звездочкой без цепи. Ну что, атака от Emotion после выдоха. А, возможно, это последний раунд для команды SIG. И начинается все... Ну, господи, ты себя... Душкан. Не, я видел парней, которые режут без ножа и которые режут с ножом. Вот Душкан тот парень, который режет просто с ножом, с резательной машиной и вообще со всей фигней. Так Ахира вылетает в сам последний момент. 2-3 разыгрывается раунд. Если его сейчас упустят, Эмоушен будет плохо. Ика, походу, упустит. Фриферм хэдшот Душкана. Стрельба от Рики. Граната. Еще попытался добить Фриферм Ласт против Марзова и Рики. Это выход бухлов. Фриферм на страже. Порядка. Контролирует ситуацию при выходе на плент. Да, там был проход, окно разбилось, все, инфа есть, бомба прошла, Рики ее ставят, и Фриферму предстоит выбивать. Почекал спину. Бомба была установлена. Пошел прокид в Рики. Не, Рики не взорвался, Рики спрятался. Время идет. Рики выжидает на позиции. И победа красной команды, друзья. 10-2. 10-2 заканчивается все-таки. Эта карта с горем пополам, ребята доигрывают. И, ну что, пожелаем удачи Сигам в следующих матчах, потому что сыграли они, мягко говоря, этот Мидтаун не совсем хорошо, не совсем то, чего ожидали вы, да я. И увидимся через несколько минут на матче Madhouse против команды Mind. С вами Слэм, это StarLadder TV. Сейчас будет самая интересная игра вечера. Зовите своих друзей на стрим и по возможности пишите комментарии на ПБ StarLadder TV. Зачитаю привет в начале.